сегодня пришла с базара, опять купила фрукты, овощи, я каждый день покупаю. Девочки, время летнее, тем более август месяц, сейчас надо запасать организм фруктами, овощами, самое время. Закупила с полными сумками, но позвонила сыну, бегом-бегом, он прибежал на базар, забрал у меня сумки, отнес. Когда я доползла до дома, меня встречал тортик, вот такой как бы посылочка вот такая вот. Это нас Танюш, уже видите сколько нет, это мои мальчики, мой муж и мой сын, уже они отведали. Очень вкусный тортик, это Танюша благословила мою семью, моего мужа, родная сестра Татьяна. Это она такую посылочку придумала нам, передала сегодня, просто так, просто, вот и все. Просто нас благословила, моя красавица. Танюшечке привет. Давай, зачем?